Одна из основных тем, которая обсуждалась в Кремле, реализация майских указов главы государства от 2012 года. Эти документы определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы. За последние годы, за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, на заседании затронули тему переселения из ветхого жилья. В нашем регионе эта проблема успешно решается. И вот один из примеров. Еще в 2009 году жильцы поселка Белые берега были переселены из ветхого жилого фонда в некачественные дома. Тогда в ситуацию вмешался губернатор Александр Богомаз. Проблема была полностью решена. Новые квартиры получили все 113 семей. После того, как дома в Белых берегах были признаны аварийными, был возбужден ряд уголовных дел. Директор компании-застройщика была приговорена к 4 годам лишения свободы. Также к аналогичному сроку суд приговорил и экс-мэра Брянска Сергея Смирнова, который подписал документы о приемке домов. Эту историю вспомнили на заседании Госсовета, проходящем в Кремле под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и посвященном ходу реализации программы переселения. Надо сказать, что Брянская область одной из первых ликвидировала пробел в законодательстве, когда объекты малоэтажного жилищного строительства не подлежали государственному надзору. Также по поручению губернатора региона Александра Богомаза была создана комиссия с участием органов государственного жилищного надзора, архитектуры, госсаннадзора, стройнадзора и других ведомств, которая проверяет качество всех домов для переселенцев.